Всем привет! Значит, сейчас март месяц, середина марта, и я себе купил DJI Pocket 2. Вот такую комплектацию, Creator Combat, и сами не поверите, по какой цене, это всего лишь 35 999 рублей. Прямо вот сегодня купил, забрал ее в ДНСе. Значит, накануне выхода Pocket 3, значит, ДНС у нас решил избавиться от этих камер, на всякий случай, чтобы их продать, потому что их потом, возможно, покупать не будет, либо что там, цена какая-то, я не знаю, в общем, в чем проблема. Но это очень жирная комплектация, хорошая такая. Сама камера прям классная. Вот давайте посмотрим ее. Вы все, наверное, видели. Я ее уже давно хотел, она уже там пару лет назад, наверное, вышла у них. Так, а что у нас не открывается? Так, вот здесь. Короче, смотрите. В ДНСе цена 26 999 сейчас, значит, за обычный Pocket 2. И вот в такой комплектации уже у нас 35 999. Вот, тут немножко это написано почему-то белый. Я тоже сомневался, думаю, как белый, на фотографии в черный. То есть ошибка здесь сделана. И вот она 35 999. Это у нас клевая такая камера. Так, давайте выберем ее. Значит, она у нас стоит... Так вот, допустим, если нажать на кнопку «Купить», так давайте посмотрим, как она вот так вот красиво. Анимация у нас, сайт у них классный, конечно. Характеристики. Ну, уже про эту камеру уже многие рассказывали, я уже так рассказывать не буду, ошибка. Про ее преимущество, что она классная. Вот давайте «Купить» нажмем. И вот она, смотрим, сколько она сейчас стоит у нас по деньгам. Кстати, даже тут, ну, магазины... Ладно. Давайте вот так вот сейчас сделаем. То есть я ее смотрю, значит, DJI Pocket 2 Авито. Вот давайте посмотрим на Авито цены на них. Вот новые камеры. Видим, 33 тысячи рублей. Уже ценник пошел вниз. Кто-то за 44, вот такую комплектацию, которую я купил за 44, сейчас вот за 30-ку продают, за 45. В общем, ценники поползли вниз. Тут вот видим, 35 уже продают. То есть можете присмотреть. То есть как раз вот я советую камеру брать, когда уже выходит именно новая версия, брать вот эту камеру, потому что ценники пошли вниз. И все это шикарно, все это классно. Ну, в общем... Сейчас даже я ее распакую, там в магазине пленочку сняли. В общем, все дела, все четенько. В общем, рад, я давно хотел эту камеру себе брать все-таки. И ждал вот этого момента, ценники кусались, они стоили приличные деньги, по-моему, там в районе 50-45 тысяч стоило в такой комплектации. Creator Combat. Ну, сейчас вот взял в ДНСе за 35 999. 26 тысяч, обычная версия. И вот здесь вот у меня прямо вот рядом Прокопьевске прямо рядом продавали эту камеру. Я ее даже добавил себе в избранные. Вот, хотел купить, но потом что-то залез в ДНС и посмотрел, 34 тысячи уже хочет за нее. Но она, соответственно, уже гарантия у нее вышла. Пишет, что она новая. И карту памяти на 128 гигабайт. Ну, надо смотреть. Ну, вот эта камера Denesi, гарантия год. То есть, вот все четенько. Давайте сейчас распакуем эту камеру. Посмотрим, так ли это, не так, все ли на месте. Я, кстати, в магазине уже проверил. Так вот. Вот карта памяти у меня на 128 гигабайт. Сейчас вот ее вставим туда и уже посмотрим, как она будет там снимать. Уже протестируем ее во всех условиях. Так, ну давайте пойдем. Перейдем к распаковочке. Вот видим. Да, кстати, у меня еще вот тут стоит, значит, Zhiyun Crane стабилизатор. Вот этот малышка, она как вот уже маленький стабилизатор с камерой. То есть, ну зачем вот это вот большое там с большой камерой бегать, там, блин, неудобно спину рвать где-то в путешествиях. Это самое то,
Само то и есть микрофончик. Микрофончик бонусом идет. Так, давайте. Откроем. Значит, здесь у нас в этой коробочке там шнуры всякие. Соответственно, там линзочки должны. Всякие переходнички. Так, это у нас амбишурка на микрофон. Так. Всякие вот эти переходнички для подключения смартфона. Джойстик. Все это сейчас мы распакуем. Распакуем, все ли на месте. Еще один переходник. И вот эта вот линзочка, линзочка, широкоугольная линза. Вот. И там уже дальше идет у нас шнур. Шнур и шнурок для камеры. Все, мы сейчас это дело. Люблю новые вещи распаковывать и снимать на видео. Вот у нас сама камера. Красавица. Дальше у нас там в комплектации идет документация. Документация. Всякие там инструкция по пользованию. В общем, все такое. Надо будет ознакомиться. Почитать как-нибудь, если будет желание. Ну и самое главное, вот у нас идет микрофон. Беспроводной, значит, с джеком. Тут можно и гарнитурку к нему прицепить, и он также у нас заряжается по Type-C. Все, такой маленький, компактненький, хороший микрофончик. Так, у нас здесь вот этот Wi-Fi модуль, удлиняющий ручку у камеры, как раз с этим, со штативным гнездом. И такая вот маленькая у нас для компактного использования. Также у нас здесь есть мини-штатив. Вот такой вот мини-штативчик. Ну вот и все. Вот и вся. Весь комплект вот так вот выглядит. Значит, сейчас мы все это дело будем вытаскивать. Так, аккуратненько. Все тут у нас прокладочки. Все эти вытаскиваем. В коробочку скидываем. Здесь у нас амортизационный какой-то. Можно, наверное, ее не вытаскивать. Я вытащу. Так, здесь у нас тоже. Значит, за это вот так вот дернем. Саму линзочку давайте откроем. Все чистенько. Дальше у нас тут наклеечки идут. Открываем. Все наклейки. Так, ну вот, еще тут осталась еще одна. Так. Не помню, на этой карте памяти у меня, наверное, есть записи. Я вот не знаю, сейчас ее вставлю туда. Будет ли она у меня это. Так, значит, здесь еще экранчик. Еще надо посмотреть. Может быть, другую флешечку ставить. Но с этой флешкой я планирую использовать ее. Так, подцепиться не могу. Во, оторвали с экранчика пленочку. Так, здесь еще все в пленочках, все за это. Муха не сидела, как говорится. Так, она, наверное, с завода должна быть заряжена. Так, это у нас кнопка питания, наверное. Да. Кнопку питания нажал. Все, камера, значит, нас приветствует. Выбираем язык. Надо русский найти.
французский, дойч. Ничего, русского языка нет, что ли? Ёлки-палки. English, Китай. Да ладно. Ха, так у нее русского языка нету, ёлки-палки. Ну, давайте English выберем. Так, что там, подключите смартфон. Просит смартфон подключить. Чуть снимаем эту крышку.